На минувших выходных в станице Анастасиевской собрались самые сильные в прямом смысле слова спортсмены. Здесь прошли краевые соревнования по гиревому спорту под девизом «Спорт против наркотиков». С подробностями Галина Лубашева и Роман Подопригора. Самые сильные мальчишки и девчонки 6 муниципальных образований Краснодарского края собрались прошедшее воскресенье на одной спортивной арене – стадионе «Олимп» станицы Анастасиевской. Команды открытого первенства края по гиревому спорту среди юношей и девушек представляли спортсмены из Темрюкского, Кущевского, Красноармейского, Динского, Гулькевичского и Славянского районов. Все 146 участников соревнований приняли участие в параде, с которого и началось мероприятие. Перед торжественным открытием первенства с приветственным словом к юным гиревикам и их наставникам обратился почетный гость мероприятия, президент Федерации гиревого спорта Краснодарского края Танаев Юрий Михайлович. Дорогие ребята, поздравляю вас с праздником гиревого спорта и хочу пожелать вам сегодня как минимум показать свой лучший результат на сегодняшний день. Болельщики на трибунах, спортсмены в полной боевой готовности, тренеры в волнении. До начала соревнований остаются считанные минуты. И пара напутственных слов от одного из организаторов чемпионата, директора детско-юношеской спортивной школы «Олимп». Мы рады видеть такое количество участников, которые изъявило желание принять в этом турнире. Пожелать вам наилучших результатов, побить свои личные рекорды, приблизиться к рекордам Краснодарского края, попасть в сборные муниципальных образований, чтобы показать себя на высоком уровне. Всем вам успехов! Отзвучали гимны и состязания в силовых упражнениях с гирями начались с выступления самых юных представительниц условно слабого пола. Все спортсмены соревновались каждый в своей возрастной группе и весовой категории. Девочки в подъеме гири в рывке, мальчики в толчке по длинному циклу. И несмотря на хмурые тучи и накрапывающий дождик, соревнования состоялись в полном объеме. И многие ребята показали свои лучшие результаты, которые были занесены в итоговый протокол. Особенно хочется порадоваться за станичных гиревиков. Сильные духом и телом, они украсили турнирную таблицу следующими призовыми местами, каждый в своей весовой категории. Первые места завоевали Масляев Алексей, Якимчук Илья, Андрусенко Денис, Мадаминов Сабиржан, Шестаков Василий. Эти ребята являются членами сборной муниципального образования «Славянский район». Второе место досталось Данилян Данилу, Плисову Владимиру, Хрусталеву Сергею, Амилину Александру, Дорофееву Игорю, Рогозе Евгению и Шумному Александру. И почетное третье место завоевали Немыкина Ангелина, Шарибаев Мураджан, Семкин Дмитрий. Юным жителям Славянского района есть на кого равняться. Идут богатыри, в них сила с красотою, и что ни говори, здесь правило простое. Рывок, толчок и снова вверх, вновь фут и два поднять готовы. Не раз, не два, а больше всех герои спорта гиревого.